Черкесске открыли памятную доску заслуженному тренеру России Александру Давыдову, человеку, благодаря которому спортивный мир узнал о многих боксерских талантах Карачаева-Черкесии, в частности, о призере Олимпийских игр в Афинах Мурате Храчеве. На мероприятии около дома, где жил Александр Степанович, побывал наш корреспондент Артур Мкце. Есть люди, с которыми принято связывать целую эпоху. Таким, без сомнения, можно считать и коренного жителя Черкесска Александра Давыдова, посвятившего себя поиску и огранке драгоценностей, обучению и шлифовке мастерства талантливых ребят, которыми на самом деле богата Карачаево-Черкесия. Для него тренерская работа стала не просто профессией, а возможностью делать из юных сорванцов уверенных в своих силах молодых людей. А фраза «ученик Давыдова» – это своего рода знак качества. Талантливым он был не только как тренер, как педагог, но и также он был очень талантливый наставник по жизни. Вот. Очень многому мы научились, его воспитанники, все те, кто прошел через его руки, даже какое-то небольшое время, кто занимался боксом у него, все те, кто прошли через его руки, все мы научились у него очень важным и необходимым качествам. Прошло 2,5 года, как не стало человека, с именем которого были связаны многие успехи боксеров из региональной столицы на самом высоком уровне. Среди его воспитанников – победители и призеры крупнейших спортивных форумов. И вот теперь около дома, где он провел большую, разумеется, после тренировок часть жизни, состоялось памятное мероприятие с установкой мемориальной доски. О многочисленных заслугах почетного гражданина Черкесска Александра Давыдова говорили все, кто пришел в этот день отдать дань уважения наставнику, другу, а для кого-то и ни много ни мало второму отцу. Али Хуранов вспоминает, каким был тренер на занятиях, чему учил ребят. В нем было все. Разные грани. Он и строгий, он требовательный. Учил нас дисциплине, где-то добрый, то есть вовремя умел объяснить человеку, что от него надо. То есть, как он нам говорил, всегда интересно, он говорил: ребята, я могу вам дать все, кроме одного, сердце должно быть храброе. Мемориальная доска Александру Давыдову была открыта при участии его супруги, которая многие годы поддерживала его и в горе, и в радости. Цветы у дома как живое напоминание о человеке, оставившем после себя куда больше, чем просто спортивные достижения республики и регалии воспитанников. Он помог каждому стать человеком, за которого ему не было бы стыдно. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.